Дорогие друзья, напоминаем, что 9 января 2017 года вступил в силу указ номер 8 президента Республики Беларусь об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, который позволяет гражданам 80 стран мира находиться на территории Республики Беларусь в течение 30 дней без оформления визы. Правила безвизового въезда в Беларусь распространяются на 39 европейских стран вместе с Евросоюзом, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства на каждый день сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную двум базовым величинам – $25 США, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси. Внимание! Безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 30 суток осуществляется только при въезде через национальный аэропорт Минск. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России. Данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется. Важно! Организаторы Экофеста не оказывают визовую поддержку для гостей мероприятия.